живая наша планета. Теперь мы можем увидеть ее со стороны. Этот светящийся шар, сгусток тепла и воздуха, полный жизни, таинственной, земной. Почему, когда думаешь обо всем лучшем, что подарила тебе жизнь, чаще всего возникает образ весны? И почему при слове «праздник» перед глазами сама собой встает первомайская картина? Именно она. Хочется быть на самых больших площадях, на людях, среди друзей, под знаменами 1 мая. И все они, знакомые и незнакомые, такие же, как ты сам, люди труда. Мир, труд, май. Три коротких слова, а в них воплотилась вся суть, весь смысл этого большого праздника. На трибуне Мавзолея Леонид Ильич Брежнев, руководитель Коммунистической партии и Советского государства. Солидарности трудящихся в борьбе против империализма за мир, демократию и социализм. Да здравствует Ленинская коммунистическая партия Советского Союза! 1 мая 1919 года на Красной площади выступал Ленин. Заложенное нами здание социалистического общества не утопия, говорил Владимир Ильич. Еще усерднее будут строить это здание наши внуки. В 20-м году на первомайских торжествах в Москве Владимир Ильич произнес речь на закладке памятника «Освобожденный труд». Наш 1 май – праздник братства людей труда. Идет трудовая Москва. Представители передовых коллективов всех районов столицы, победителей социалистического соревнования в честь 60-летия образования нашего многонационального государства. Да здравствует нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции! Слава светлому красному маю! Я сегодня горд и богат, перед всеми гордясь поднимаю красный мой первомайский плакат. Эти стихи написаны в первые годы советской власти, те славные далекие годы, когда родилась традиция в праздник петь о своих достижениях и планах, о добрых делах и почине. Сколько молодых лиц, комсомолия,
жизнь пришло самое образованное за всю историю поколение рабочего класса. Это лишь одна грань нашего образа жизни, но какая сверкающая грань! Трудящиеся Советского Союза, встретим 60-летие образования СССР новыми успехами в коммунистическом строительстве! Да, уже 6 десятилетий отделяют нас от декабря 1922 года. Тогда в Москву на первый Всесоюзный съезд Советов съехались отовсюду делегаты отдать свой голос за объединение народов в братскую семью, союз нерушимый республик свободных. Да здравствует братская дружба и непоколебимое единство всех народностей и наций Советского Союза! Помните, как поется в песне? Никто пути пройденного у нас не отберет. Никто. Это наша история. Пусть берет в веках беспримерный подвиг советского народа Великой Отечественной войне. Опять на Западе антисоветская истерия. Что ж, это не ново. Но в наши дни, когда уже не стоит вопрос, мир или война, когда реальность говорит о другом, мир или исчезновение всей цивилизации, нет ничего важнее мира. Да здравствует миролюбивая ленинская внешняя политика Советского Союза! Наши праздники весны высятся подобно вехам на великом поле истории. И каждый Первомай отражает тот или иной момент, переживаемый человечеством. Народы мира, обуздаем гонку вооружений, устраним угрозу войны, углубим разрядку. Под знаменем Ленина, под руководством коммунистической партии вперед! Победе коммунизма! Ура! Жизнь есть вечное обновление. Солнце нашей весны все выше восходит на небосклоне планеты.